Добрый день. Мы в Норвегии, на лагуне. Терминал где-то лагуна там. У нас такой красивый вид. У нас сегодня очень тепло. Когда мы спустились с гор, в горах лежал снег. Сюда приехали, здесь лил дождь, и снега уже нету. И на градуснике у нас сейчас практически 7 градусов. А мы вчера помогали разделывать оленей. Мясо уже в холодильнике. А это мы забрали ноги. Будем заготовки делать для холодца. У нас разгорается костер. Солнышко у нас практически не подымалось. Тут вообще его не увидишь, потому что оно где-то сейчас там, может, с утра и было бы здесь. Но там оно где-то спряталось за горами. Ну, небольшие тучи, как всегда в Бергене. И солнышко редко выглядывает. А вот у нас разгорается костер, и мы будем смолить ноги. Надо же трошки и это, с соломкой будет, и с сеном. Я думаю, не будет хуже, чем холодец, чем со свиных ножек.